С большим успехом в Тверском ФОКе имени Султана Ахмерова прошли 4-е соревнования по универсальному бою памяти Сергея Новикова. С каждым годом они становятся все более масштабными, и нынешний турнир не исключение. География участников просто впечатляет. От Крыма и до Мурманска, от стоящего на Балтике Петербурга и до сибирских Иркутска и Томска. Всего около 500 бойцов из 32 регионов. Традиционно им надо было показать самые разные навыки. Скорость, ловкость, а также знания ударной и борцовской техники. По итогам лучшими стали хозяева, которые завоевали 23 золотых награды. Второе место в общекомандном зачете у подмосковных спортсменов. Они 13 раз поднимались на первое место. Третья строчка у сборной Иркутской области. В их активе 12 медалей высшей пробы.